не остаетесь равнодушными. И чем больше нас неравнодушных будет, тем будет меньше вот таких ребятишек забитых. Потому что это не один такой Саша. Действительно, у нас есть большое количество случаев жестокого обращения с детьми. И нам очень хочется, чтобы никто, соседи, друзья, не проходили мимо, чтобы обязательно, если видят синяки на теле у ребенка, чтобы и педагоги обязательно говорили об этом, потому что невозможно остановить вот это насилие без нас, без гражданского общества, которое действительно будет к этому неравнодушно. Это Саша наш, это последняя капля вообще, потому что это невозможно. Я, конечно же, поддерживаю и всех, кто здесь собрался. Я, конечно же, поддерживаю организаторов этого митинга. Вы знаете, трудно говорить. Вот наш аппарат тут стоит, вот дети нашего аппарата, уполномоченного по правам ребенка. Мы вчера собирались на большой съезд с общественными помощниками уполномоченного. Мы привлекли и ГУВД, и прокуратуру, и вырабатывали, и органы исполнительной власти, и вырабатывали программу по предотвращению жестокого насилия по отношению к нашим детям. Но я могу сказать, что мы можем вместе только противостоять этому. Вместе с гражданским обществом, вместе со средствами массовой информации и вместе с органами исполнительной власти, вместе с силовыми структурами. Потому что если хотя бы одно звено выпадет, то опять случится вот такое вот страшное преступление. Спасибо вам огромное, что вы здесь. Я полностью вас поддерживаю. И я полностью за то, чтобы мать была наказана по всей строгости закона, и чтобы вот этот не человек Ефимов максимально получил меру наказания. Спасибо вам.